Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня, друзья, у меня на обзорчике пиво Каневское пшеничное. Пшеничное пиво. Будем обозревать первый раз. Роману большое спасибо за посылочку с пивом. До сих пор, Ром, еще попиваю по чуть-чуть, не спеша, твое пивко, что ты мне выслал. Будем простенько, как говорится, ускорять наш эфир, наш обзор, наше это все. Бутылка простая, как у Фанты, можно сказать, только чуть-чуть пластик помягче будет. Этикетка. Как вырезка с газеты, просто везде разные. Тут колоски нарисованы, и хмель, а у некоторых там бочка нарисована, бокал пива, там здание, там еще что-то. Везде разный рисунок. 1 литр объем этой бутылки, 4 оборота. Такое пиво легенькое, будем так говорить. 11,5 сусел, как говорится. Так, пиво пшеничное, свитое, нефильтрованное, непастеризованное, живого брожения, будем так говорить. Так, склад. Вода пятна подготовлена. Ячмень, солод, пшеница, вивсяні пластівці, хміль, цедра апельсина, прянощі. Ну, будем обозревать. И на закуску, друзья, я сегодня решил, как говорится, охотничьи колбаски. Вот так нарезал. Три таких колбаски взял. Нарезал, так получается, 15 кусочков получилось. Этот, ну, под пивко. Соус, к сожалению, друзья, у меня мазик есть там какой-то. Мазик там со сметаной, можно было с чесноком что-то сделать. Но я решил, можно было сырный или кетчуп какой-нибудь. Ну, я ничего не стал брать. Можно было спиртом залить, поджечь, чтобы они поджарились. Конечно, это такая из закусок есть. Но я как-то что-то не стал. Думаю, просто колбаски, просто под пиво. Они всегда хорошо залетают вот так. Тем более, эти колбаски беру постоянно. Мне они нравятся. Вкусная колбаска. Реально вкусная колбаска. Сразу видно, что пиво живого брожения. Открывается, как говорится, с трудом. Мы видим. Открывается с трудом. Также, друзья, на всякий случай я на подстраховку взял второй бокал. Чтобы не получилось, как в прошлом видео. Вот. По цвету. Что хочу сказать по цвету? По цвету хороший цвет. Видно, что такое пиво чуть-чуть не светлое, чуть-чуть больше так будет, как мутненькое, затемненное. Но, поэтому оно и не фильтрованное у нас. Так, ну, как говорится, по-другому никак. Так, будем наливать. Вот. Будем наливать, друзья, по-другому никак. Вот. Ну, что сказать, пиво реально резкое. Так что пиво резкое. Не будем доливать до конца вот так, чтобы потом не вытирать очередной раз стол или еще что-нибудь. Вот. Чуть-чуть на пол капнуло с тряпочкой. Смелось. Ну, ничего страшного. Так. Ну вот, друзья, смотрите. Попью. О! Такие литрушечки хорошие. Литрушки. Знаете, литрушечку такого пива в день. Я вот обзорчик записываю. Одну в день литрушечку выпиваю. Не спеша, не торопясь, литрушечку, вот обзорчик записал, пивка бахнул. Ну и больше не пью. Сегодня, друзья, пятница. Это видео выйдет завтра в субботу. А в пятницу сегодня у меня эфир вечерком. Так что литр пива выпью, еще отдохну, подготовлюсь к эфиру. Не, кстати, тут, друзья, пенка быстро соскочила. Цвет имеет такой светло-мутновато-полутемный, хотя бы сказал бы, ну, не сильно полутемный, но... Светло-мутноватый, как говорится. Ну, все равно пиво нефильтрованное написано. Что светло-нефильтрованное. Так что. Буль газиков реально много. Пахнет приятно пивом. Вот что хочу сказать. Пахнет приятно пивом. Вот. Ну, давайте, друзья. За пшеничное пиво. Пшеничное пиво, я любитель пшеничное пиво, пивасиков. Но если они хорошие, реально насыщенные. Давайте. Приятненько. Пьется мягенько. С резкостью. Резкость такая имеется. И приятная цитрусная нотка присутствует. А вот сейчас уже на послевкусии чувствуется и пряности. Немножко так чувствуется. Первая нота — это мягкость. Такая пшеничная. Зерновая, пшенично-зерновая. И резкость пива такая, приятная резкость. Мягенько заходит, потом такая цедра выступает. И в конце прянощи. Сейчас прянощи хорошо, очень хорошо.
Вот мне это пиво, знаете, друзья, напомнило, что когда ты, знаете, на отдыхе где-то там возле бассейна лежишь, загораешь там или купаешься в бассейне, там, ну, вы поняли меня, где-то на курорте, или на речке просто, просто лежишь, отдыхаешь. И вот ты, например, лежишь, отдыхаешь и по чуть-чуть потягиваешь это пивко. Оно реально летнее, оно реально летнее. Оно и немножко и водянистое, и немножко, немножко хорошо насыщает тебя вкусом и пьется легко. Густоты в нем, как говорится, как я люблю густоту пивную, процентов на 80 густоты такой хороший. И процентов на 20 этой водянистости. И получается, оно реально залетает на ура. Такое ощущение, что ты где-то лежишь на пляжу, солнышко, море, или там речка, или озеро, и ты просто отдыхаешь. Вот такого пива, в меру цедры, в меру прянощей. Не как в пиве чайка, что цедра там вообще, ну как по мне, много цедры. А тут цедра и прянощи реально на своем месте, на своем месте. Прошу прощения, друзья, что-то сегодня погода меняется. Сегодня ходил в город, все тает. Что-то, походу, опять начал заболевать, что-то начало нос крутить. И горло чуть-чуть залаживать. Такое пиво летнее, освежающее, легкое. Реально легкое, 4 оборота. Вот такое пиво реально можно выпить много. А если еще, знаете, чуть-чуть еще сюда, ну, это на любителя, можно лимончика плеснуть, как говорится, выдавить или кинуть туда дольку лимончика с какими-нибудь креветочками, там, с раками, там, лимончиком или просто лимончиком креветку или рака полить. Именно хорошо и легенько. Даже колбаски те же, сосиски какие-нибудь пожарить на гриле, какой-нибудь хот-дог сделать и под это пиво, ну, заскочить только так. Вкусное пиво. Таким, чуть-чуть не таким пивом, но чем-то мне напомнило это пиво Белый Лев. Немножко напомнил. Ну, Белый Лев это белое пиво, а это светлое. Такое какая-то есть нотка. Ну, Белого Льва своя вкусовая нота. Но, а здесь чуть-чуть по-другому. Здесь между что-то Бладшу де Намуру чем-то чуть-чуть напоминает. Что именно вымерено всего в меру. Вот. Есть пивасы, которые вот цедру там добавить, вот там прянощи добавить. Цедры побольше, людям зайдет. А тут именно в меру. В меру кислинка, в меру все, в меру горчинка. Вот я хочу, вот это пиво пью. И сейчас хочу, чтобы наступило лето. Наступил мир, это самое главное. Чтобы наступил мир, наступило лето. Выехать на речке у нас на пляж, выехать на речке на пляж, растереть покрывало, в сумку холодильник положить таких пивка, побольше таких бутылочек, взять котелок, разжечь огонь, сварить креветочек, сварить раков, это все красиво на покрывале рассортировать, лечь, вот так подушечку подложить и просто лечь, пить пивко, чистить креветочки, кушать и наслаждаться. Реально пиво для наслаждения. Реально для наслаждения. О. Что, будем ставить оценку пиву этому? Этому пиву я поставлю оценку 10 баллов. 10, 9,5. Потому что пиво реально легкое, пиво с приятной хлебной ноткой. Такая приятная легкая хлебная нотка. Не забивает тебе там таким чересчур хлебной ноткой. В меру цедры, в меру цитрусная нотка, будем так говорить. В меру специй, как говорится, прянощей, специй. Именно всего в меру. И оно довольно резкое, довольно легко пьется. И, как по мне, это 10 из 10. Да, 9,5, 10 из 10, это очень высокий балл этому пиву. Ну и пиво достойное, реально достойное. Это, друзья, у меня бокалы маленькие.
Вот. Сегодня, друзья, я купил пиво БАД еще. Мне много кто просил за БАД. Будет ли пиво БАД на обзоре? Я купил. Так что, давайте колбаской. Я не помню, кто мне писал, что это пиво, ну, небольшая компания производит, что типа этикеточки такая, ну, простая этикетка, простая бутылочка. Знаете, друзья, вот если все вот так бы делали пиво, у нас бы в стране, мировая столица пива была. Реально, если бы все бы дали Черниговская, Оболонь, там, Славутыч, все бы так бы делали, столица, мировая столица пива была бы. Реально. Темная бомба. Лагерь бомба. Вчера этот, блин, название вылетело за головы. Бомба. Сегодня пшеница. Бомба. Ну, пшеница, пшеничная пшеница называют. Бомба. Завтра тыквенная буду пить. Завтра тыквенная буду. Ну, по тыквенной я сегодня закусочку тоже взял. Купил что-то как-то косичку. Ну, на стрим этот... Хай будет на стриме косичка. Хотя сегодня водку не планирую на стриме пить. Я думаю, ну, вернее, не, пиво не планирую пить. Сегодня чисто по водочке на стриме выступлю. Сало, селедочка, картошечка, лучок. Знаете, такая простая, как говорится, мужская закусочка под беленькую, как говорится, друзья. Друзья, ставьте лайки, кто любит беленькую, Блин, колбаски реально бомба. Реально вкусные. Конечно, одно время я любил их в фольгу выложить. Спиртом облить, поджечь, чтобы они, ну так, вилочкой их попереворачивать, чтобы, ну, они так поджарились, подрумянились, классная тема, вот под пиво. Просто в квартире не хочется это жечь, хотя там спирт горит, он как бы такого, ничего такого не дает, но все равно, друзья, как-то, может, чуть попозже сделаю и такую закуску в видосе, вот. Хотя это будет крепко долго, в принципе, пока будет гореть, пока будет догорать, это будет как бы долговато, ну, посмотрим, друзья. Вот. Ну, давайте, друзья, за хорошее пиво. И вот такой хороший, светло-нефильтрованное пиво. Газики шуруют. Это то, что надо. Всего в меру, реально всего в меру. Вот, вот мне Фугарден нравилось пиво. Но Фугарден, он чуть-чуть... Иногда бывает водянистый немножко. Ну, он всегда водянистый был. Иногда бывает он водянистый и пряности и крепко, как бы мне кажется, чуть-чуть многовато. И получается, его выпьешь бокал, второй бокал, и он такой начинает быть надоедливым становится. Вот это пиво не надоедливое. Блин, есть люди, которые делают реально хорошее пиво. Вот. Вот, например, взять в Шотландии. Вот куча винокурен, которые делают реально хорошие вискари, спирты всякие там настаивают, в всяких там бочках, там бочки из-под рома, бочки из-под бурбона, бочки из-под того, из-под хереса. Молодцы. Вот вина некоторые люди делают тоже вот в Италии, во Франции. Блин, если реально пьешь эти продукты, и ты понимаешь, что человек в этом деле ас. Просто ас. Так самое и за это пиво. Я никогда не был в этом городе, Может, когда-нибудь побываю, даст Бог. Но пиво они реально умеют делать. Давайте, друзья, тянуть пивко. Блин, и вот до сих пор я сколько разговариваю, сколько этот, а газики идут, все время идут газы. Я не знаю, сколько тут газов. Так что. Легенько, реально легенько. Еще, знаете, я бы еще немножко лимончика добавил бы. Как корону, друзья. Реально как корону или как Фугарден.
И просто балдел бы, реально балдел бы. Не знаю, делают они эти бутылки, это пиво в 0,5 или в 0,33. Но если бы они в 0,33 выпустили бы такую бутылку, как у Короны, только пшеничная, было бы топ. Было бы топ, я не знаю, сколько стоит это пиво. Мне человек прислал посылку, а я как-то не спрашивал, почем пиво, и как-то так, это как бы, ну, некрасиво, друзья, сами понимаете. Человек прислал пиво, я буду спрашивать, а сколько пива стоит, да? Ну, как бы этот. Большое спасибо Роману за пивасик. Роман, дай бог тебе здоровья, всех благ. Пиво у вас реально хорошее, качественное, вкусное. Давай, друг мой, за тебя. Завтра будем, друзья, тыквенное пиво пить. Это будет, конечно, интересно, знаете. Ну, вот лагерь, от лагеря я понимал, чего ожидать. Вот темное пиво я тоже ожидал, понимал, чего ожидать. Вот, будем говорить, вчерашнее пиво, что было, ну, что сегодня вышло видео на ютубе. Ну, будем говорить, виденское, там оно как-то по-другому. Ну, будем назвать виденское. Ну, я, в принципе, понимал, что это будет хорошее пивко, чуть-чуть хмельное, чуть-чуть по-другому, как говорится, ну. Но здесь, пшеничном, я понимал, что будет, ну, будет пряности, будет цедра, будет все остальное. Я понимал, как бы, ну, все понятно. А в тыквенном я не знаю, что будет. Первый раз буду пробовать, это реально будет интересно. Может не понравится, может понравится наоборот. Будет видно, друзья, честно. Вот, мне интересно тоже самому. Но это я, будет пятым роликом выйдет, как говорится. Я его поставил, самое интересное, оставил темного, я пиво хотел хорошего, я получил. Нефильтрованное, там все такое, кто как бы такое, знаете, ну, хорошее пиво. А вот тыква, это самое интересное, это жалко, что не на Хэллоуин. Вот так бы, если бы чуть-чуть раньше посылка пришла, я бы на Хэллоуин бы записал бы этот видосик, был бы вообще круто, на Хэллоуин бы вышло тыквенное пиво. Давайте, друзья, за хорошее настроение, за хорошее пиво. Давайте, друзья, будем любить, ценить, уважать друг друга. И пить пиво, конечно. Легкое, отдыхающее, вообще классное пиво. Вот я, ну, когда война закончится, соберу Вадика, брата возьму, Диму, оператор приедет, еще ребята подтянутся с нашей, как говорится, компании. И рванем реально на ночевку с палатками, с шашлыком, с пивом, с сумками-холодильниками, с котелками, с решетками, со всем грилем, как говорится, на отдых где-то на недельку, рыбачить, варить раков, пить пиво, пить водочку, жарить картошечку в сковороде, как говорится, с салом, с грибочками. Рванем. Вот такое пиво мне реально лето что-то напомнило. Лето, отдых на реке. Друзья, за хорошее лето. И чтобы оно наступило, и чтобы лето было мирное, и чтобы люди отдыхали, а не воевали. Давайте. Друзья, почти, ну вот, грубо говоря, почти три бокала вышло, почти три бокала. Ну, я во первый не сильно наливал много, да и во второй не сильно много наливал. Так вы знаете, померно, потому что реально, вот, вы сами видели, в некоторых местах наливаешь, вроде бы, ну, а пена поднимается, и пена здесь реально мощная, и газы до сих пор шуруют.
и шуруют нормально наверх. Вот. Кстати, друзья, на эфире будет чисто водка. Пиво есть, на эфир купленное, но хай стоит. Хай стоит. Сегодня, думаю, чисто по водочке, по такому выступить. По, ну, чтобы не мешать. Потому что иногда бывает, вот когда, ну, там же чуть попозже будет. Но эфиры буду я проводить наверняка пятница, суббота, воскресенье. Когда людей, как бы, ну, люди более свободные, более выходные. Людям проще смотреть, интересно смотреть. Кто-то выпивает, кто-то шашлыки жарит, кто-то еще чем-то занимается. А в обычные дни как бы людям не так интересно смотреть, хотя люди смотрят, людям всегда интересно смотреть мои эфиры, потому что они правильные, честные, настоящие. Вот. Вот как-то так, друзья. Давайте, смотрите мои эфиры, подписывайтесь на мой канал, и будем, друзья, дальше, как говорится, двигаться в правильном направлении. Таша, как некоторые пишут, ты пьешь много алкоголя, ты спился уже, или там ты спиваешься. У тебя там какая-то стадия алкоголя, там, ну, алкоголизма. Друзья, вы за собой наблюдайте. Какая у вас стадия алкоголизма? Или у вас, может, совсем проблемы похуже, чем у меня? Даже. Давайте. Не надо, как говорится, судить никого за его действия. Кто что делает. Вы этого, например, вообще не делаете. Кто-то это пишет. Вы вообще, вы не создали канал, вы... Только можете заходить, юзер там, еще там этот, писать только комментарии. Вот и все. У вас там два подписчика, и то сами на себя подписались с левых аккаунтов. И теперь ходите, типа там, пытаетесь кого-то кошмарить. Так это же неправильно. Блин. Создайте канал. Вот если зашел бы человек, у него там 2 миллиона подписчиков, он там шарики на новогоднюю елку обозревает. Он сказал бы, вот ты неправильно двигаешься. Я бы сказал, ну, походу, да, я неправильно двигаюсь. Ну, а так что мне? Давайте, вот за это и выпьем. Кажется, суши отдыхают. Не, ну суши хорошо, конечно, там роллы, суши хорошо, но колбаска это реально просто бомба. Охотничья колбаска это просто песня, друзья. Ну. Хорошая колбаса, вот даже вот в пиццу хорошую колбасе, хорошей колбасе в пицце, там салями там или пепперони. Блин, реально вкусняшка. Вот. Или вот даже вот на завтрак, вот бетонский завтрак, вот сосиски или колбаски. Блин, вкуснякина. Яичко, бекончик. Все это, как говорится, красота. Или на гриле ты жаришь колбаски, блин, песня. Или даже бутерброд просто, сыр, колбаска, под чаек там, или да даже под водочку, это тоже очень один из самых лучших бутербродов, под водочку, закусочных. Вкуснятина, друзья, вкуснятина. Главное, чтобы была, конечно, колбаса хорошая, вкусная, сыр был хороший, вкусный, хлеб, конечно, свежий, ну, настоящий. Знаете, есть такой хлеб, берете, ну, я думаю, вы знаете, неоднократно сталкивались, а он реально невкусный, он никакой, он реально как полово, он, во-первых, ломается, во-вторых, он безвкусный, реально безвкусный. Вот. Ну и стараюсь брать хлеб домашний, он реально вкусный, реально. Он и на второй день, он и на третий день, на буханке где-то на 3-4 дня хватает. Но реально в эти дни тоже хороший вкусный хлеб. Это самое главное. Ну давайте, друзья, за все хорошее. За хороший и вкусный хлеб. Пиво пшеничное, а пиво это тоже хлеб, друзья. И пшеница... И хлеб это, можно сказать, и пиво это одно и то же, это круговорот, как говорится, в мире это же. Давайте, друзья. Насытил.
пиво холодненькое, насыщает. Колбаска жирненькая. Блин, то, что надо. Реально, вкусовой рай. Просто реально вкусовой рай. Так. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, друзья. Ставьте лайки, друзья. Пишите обязательно комментарии. Также, друзья, подписывайтесь на комменты, мы на все отвечаем. Кто будет писать, конечно, там хейтерские комментарии и всю такую фигню, мы будем просто комментарии удалять, а пользователя блокировать, и все. Потому что с этими людьми договариваться, о чем-то разговаривать просто бесполезно. Также, друзья, подписывайтесь на мой второй канал Бухай ТВ, на этот, вернее, на мой второй канал Палыч, то я не так уже сказал. Уже пьяный, короче, друзья, будем так говорить. Ссылочка будет внизу на Палыча в описании. Также, друзья, подписывайтесь на мой ТикТок Бухай ТВ. Ну, на ТикТок ссылку я оставлять не буду, просто заходите в ТикТок и пишите Бухай ТВ. Также будет ссылочка внизу в описании на мой Инстаграм, Пешков570. Заходите в Инсту, лайкайте фотки мои, подписывайтесь на меня, я подписываюсь в ответ. Кто мне напишет, что мой подписчик, что там зритель мой и все остальное, я подписываюсь в ответ. Общаюсь я со всеми в чате, кто может писать в личку, может любой написать, я со всеми общаюсь. Также, друзья, внизу в описании будет две карты Приватбанка и Монобанка. Кто хочет помочь на развитие канала, на видосики, на все остальное, может, друзья, немножко закинуть денежек. Давайте, друзья, всем мира и добра, всем удачи, всем всего самого наилучшего. Будем прощаться. Пиво топ, это не обсуждается. Давайте.